Алло, Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока. Же они снимают видео для выкупа. Не пускать,
Лиза, я иду! Сука! Это видео. Ее тут нет. Говорю, кто набил? А? Свитер набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк. На экзотику? А я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты... злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол, да? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать! Кстати, зажигалка твоя, дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон. Клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно. Что ты готов умереть за любимую. Ah!
Огонь повсюду! Лиза! Я вижу дверь! Иду! Я все брошу.
Быстрей! Быстрей! О да! Ублюдки не узнали, что их убило! Получилось! Мы чуть не умерли, не попали в рабство, хороша радость! Лиза, успокойся! Это кошмар! Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Лиза? Дейзи! Ты цела? Дейзи, мне очень жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу. Отличная находка. Давай, посмотри. Ты цела, я рада. Я тоже. Думаю, лодка поплывет. Хорошо, нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание. Это ты о чем? Готова? Почти. Есть! Да. Клево! Дальше мы сами. Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом.
Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целы. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно, я найду Райли и остальных, а ты будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. Мы еле успели убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Будь осторожен. Алло? Джейсон, я не мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов. Иди к ней. Кто она? Цитра. Лидер нашего народа. Она приведет тебя к центру. Она раскроет твою силу. Ее храм в джунглях. Встретимся у ворот. Хорошо. Джейсон, стой спокойно, чтобы видели. Терпение. Деннис! Кто рядом с тобой? Молодой воин! Я хочу представить его Цитре! Ходите! За мной! Сюда, не отставай! Ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Берханди! Покажи свою руку. Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Хай! Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Санапанка Бауа. Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Тогда срежу! Я думала, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храб. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. И это все? Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Ты Агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. Него мой брат! Я готов на все, чтобы вернуть его! Дариканса Херба. Принеси мне то, что потеряно. И мы поговорим. Ух ты! Да, Цитра заметила твой пыл.
принеси то, что потеряно. Что она имела в виду? Выпей, и ответ придет сам собой. А это не опасно? Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, чтобы спасти друзей. Да. Тогда пей. Мы слишком часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. О, черт! О, черт! Черт! Младшего брата Райли. А потом я пошел за человеком в белом костюме. Я видел трущобы и бар. Было темно и грязно и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом.